вчера свою цилиндру рассадила. Надо сейчас что-нибудь на нее материал положить. Солнышко пришло. Ох, какой кружовник крупный уже. Ого. Притянила тонким укрывным немножко. Хоть какой-то будет денек. Тут мало солнца. Тут две яблони. Какой-то часочек солнышко будет. И все. Сегодня утром сидим на качелях. И я увидела клематиса цветочек. Один всего. С этого ракурса лучше виден. Уток попасти пришла. Режу им траву, туда кидаю. Им так не нравится, им надо щипать ее. А загончик уже весь выщипали. Пусть выходит сюда. Идите сюда, еду съели тоже. Вот, вывалился один. Утя, 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 утя. Ковырь. Ковырь еще один сделал. Ковырь сделал. Так, еще один. Сейчас перелезет. Вот этот светленький так меняется. Крылышки малюсенькие, темненькие сделались. Типа-типа-типа-типа. Типа-типа-типа. Лягушонок. Лягушонок. А вот в клетку-то вам тоже сами не могут залезть. Я их туда сую, оттуда муж им открывает вот эту заслонку, и они как вылезают, хоть я и не вижу. Открываю и ухожу. Спустя некоторое время прихожу, они все уже здесь выползли. Через эти камни-то им неудобно. Они, наверное, качатся с этих. И не знаем, что придумать такого. Но они мало еще. Они потом будут заходить. А сейчас они пока еще маленькие. Не могут. Давайте, сейчас вам водичку поменяю. Я в сарафане шастаю. На фоне гвоздик. Чубушник еще не цветет. Люблю гвоздики. Потом с них семена собираю. Чубушник тоже скоро зацветет. Ой, муж приехал на мопеде. Ездил на канал смотреть, как там дела с рыбалкой.